Всем здравствуйте! Сегодня 2 июня, в день 45-летия Дианы Гурцкая, все внимание приковано к ее персоне. С особой грустью и печалью многие говорят и о супруге певицы Петре Кучеренко. Он скончался во время командировки на Кубу. Мужчину, который никогда не жаловался на здоровье, подвело сердце. В последние дни своей жизни Петр Кучеренко чувствовал себя не очень хорошо, но командировка на Кубу была необходима. На обратном пути ему стало плохо. Выяснилось, что еще во время посадки на борт у замминистра образования разорвалась аорта. Помочь ему не смогли ни экипаж, ни подоспевшие в аэропорт медики. Кучеренко было всего 46 лет, когда его не стало. Диана Гурцкая тяжело переживает уход супруга. По словам ее брата, певица каждый день проводила на кладбище, все 40 дней с момента ухода Петра. Родственнику приходится ограничивать сестру из-за суеверий. Она каждый день ездила на кладбище к Петру. Единственное, я ее не отпускал в понедельник. Слышал, что есть такое поверье у нас. У православных по понедельникам ты не можешь бывать на погосте, если у тебя дома ребенок. Здесь уже дело в Косте, поэтому я сказал, не даю права тебе это делать. Но все остальное время, в течение 40 дней, она была там, заявил Роберт. Брат певицы утверждает, что справляться с горем ей помогает свекровь. Мама Петра Кучеренко постоянно навещает Диану и проводит с ней много времени. Роберт отметил, такие отношения, как у Гурцкая и Кучеренко, найти сложно. Супруг был не просто человеком, который всегда рядом, он действительно стал для артистки поддержкой и опорой, старался сделать жизнь возлюбленной максимально яркой. Он на самом деле делал из нее принцессу. Он делал это даже в мелочах. Знаете, например, просто купить подарок – это одно. А когда человек приносит первые созревшие ягоды и кормит из своих рук, это не имеет цены. «Петя был именно такой», – рассказал брат Дианы. «Будем надеяться, что совсем скоро семья Дианы Гурцкая сможет хоть немного оправиться от невосполнимой потери. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!» Thank you.